Так, я пока не буду Думаешь, когда что? принимать. Наберу рейдж, вас приму. Сейчас погоду беру, блядь, легче нахуй с Думаешь, погами что? закрыть, блядь. Такс. Вон, бери чулан, на чулан зашел. Он с самого начала был, он так мне и не плюсовал. Короче. Два авара написала. Или танк 264, блядь. Чё, где друиды все? Бэйр, Манзалив нужны. Что, варов набираешь, что ли? Протовар какой-то, я не знаю, делюкс, блядь. Ну, где-то я увидел его, же он всегда хэма собирается, ЛК, походу. Ну, он с иллюжином. Посмотрим, нахуй, что иллюжин себе представляет. Да, посмотрим. Чего набери? Подлетаем, мастер. С вами. Подлетаем, тут алики хотят запиздить, но я прорвался. Один БР, ребят. Один гим. Да, будете, блядь, страдать. И четыре пала. Три пала. Три, нормально. Чулана с ума не будет. Чулана бери. Пускай летят, блядь, с двором. У нас скилл босса все от мага зависит. Да нет, зависит от всех 10 людей. Довести хп до геры нужно будет. Он будет сам это ломать. Все зависит от всех. Тут никогда ничего не зависит от одного человека.
Ну, ты сейчас баф дашь, роговский и этот. Вообще нормально. И 30%. Курика папнешь. Вар расколы, да? Вообще изи. Ну вот и пускай он на боссе стоит. Если никто падать не будет, то можно убить. Там уже все на хилов падает. Если танка не уронит, то заебись. Ты спросил, конечно, типа 264-го, блин. Хер его знает. Если он не умеет, блядь. Кидай диск. А, вот диски. Пункты. Эти свечки привез. Они сами прилетели, я на сумме, блядь, стоял. Меня слышат? Да. То мне что-то показывает красным, блядь, связь. Короче, посмотрите. Что-то мне Дискорд выебывает. Ну вот это что-то скажите. О, нормально. Хури бафер сдай. Что, это каски, да? Да, Шредер каски. А, хотя похуй. Шредер кулаки, наркоши кресты. А, наркоши не укачаны, блин, не кулаки. А, наркоши всем кулаки, Шредер всем кресты, ты всем каски раздай.
Полипал, знаешь что тактику или нет? Ну, раньше был, но лучше повторить на всякий случай. Чтоб не заслакать. Знание так замен... и заслакивание друг от друга не зависит никак. Не, ну это было несколько. Ну да. Лучше повторить. Как я не люблю рожевую тактику, это пиздец. Вот, не хочешь рассказать? Ты чё, мне делать нечего, что? Просто отбегаешь от глыбы и всё. Сейчас, блядь, с глыбы нахуй будет убегать, хуй знает куда. Глыбы вы как чередуете? Типа лево-право или как? Лево-центр, лево-центр. Если на не все закончили, еще собрали нормально. Варты в дискорде? Танк Делюкс. Я слышал, какие у вас топы нахуй в Илюжинах, блять. Нас нечем привлечь. Чулан, когда будет взлетать, корнюй, короче. Игро. Слушай, выходите. Каким таким ДПСом? Я просто...
Бежал. Мастер, твои двери. Кто косты бьет? Паладин? Я варнажиком. Что, ну только попробуем. Чего? Косты всех бьют. Мастер вылетел, походу. Булки стоят. Берите. Лут. Он вот здесь. Чем, Настя, летаешь? Настя тут? Да, зашел в Дискорд. Настя, ты когда в игру зайдешь, не двигайся. Ты по центру будешь лежать, у тебя бафы дистанционные. Да, заходи, ты здесь?
Мастер, ты здесь? Да нет, он шпичет DC-ш. У него пропало нет. Он с телефона зашел. Где он пишет это? Он сзади. А, в другом канале. Чулан, блядь, не году. Пошел помогать, да, тут такая хуйня. Помнишь, я тоже пошел на профа помочь 25 оп. Нельзя, сериальчик. Вообще трэш. Мастер, ну что там? Подпись интернет нормально. А что за сериальчик, кстати, чулан? Сериальчики я люблю. Миллиарда, сериал такой? Как он называется? Угу. Есть такое тоже. Как? Все, пустило меня. Отлично. Заходи, только не двигайся персонажем, понял? У меня труп показывает. Ну да. Заходи, не двигайся, ты сейчас, по-моему, резко. Я какой-то, мне на YouTube заходило, блядь, в игру, нахуй в Discord не хотело зайти. Блять, холи пал, ты заебал. Шерлистишь. Что такое? Шелестишь там по КД, блядь. Блять, я еще и наушники одел. Открой Дискорд, блять. Настройки. Голос. Голос и хуёлос, вот эту всю хуйню нажми. Активация по кнопке, блять. Поставь кнопку. И тыкай, блять, когда тебе надо сказать кнопку, блять, и говори. Шелестишь, пиздец, если. Ёбаный рот, блядь. Такие звуки-то очень тяжелые. Бля, у меня рыба на поле осталась, сука. Сейчас, блядь, не захилишь, у меня вообще жопа сгорит от тебя, блядь. Вы ему за это время рассказали тактику? Ага, да, три раза, конечно, блядь. Два раза, блядь. Он уже её наизусть знает, блядь. Да, серьёзно, ну? Что-то я не верю, ну. Что-то вы мне наёбываете. Так, короче, по тактике холипал. Вон метки есть у тебя, блядь. По них будешь раздупляться нас. Так. Ну, заебись, надо ещё релогаться, блядь. Суть какая, холипал. Есть тут освобождённые магии. Когда на тебе освобождённые магии, тебе больше, ну, 4 стаков стакать нельзя просто. Ну, может, 6 максимум, если надо танка проходить. Остальное, после притяжки ты сразу отбегаешь от босса. Тебя ваншотнет, если не отбежишь. Вот, не ваншотнет, но хуй его знает. Флори бафы раздали. Глыбы на первой фазе ставятся в треугольник ромбик при каждой взлетке. На второй фазе глыбы выносятся первая налево, вторая в центр. Третья налево, четвертая в центр и так каждый раз. Блядь. Если не умеете считать, так и сразу скажите, блядь. Короче, если будет там немецко, говори, куда ставить. Буду говорить, куда ставить, сам думаю. Окей. Ну, блядь, окей. Куда бог пошлет, нахуй, потом мы тебя, блядь, поедем. Либо на первых фазах до 30%, либо в трусы, либо в ромб. Потом... Рыба стоит, прям рыбу. Лимон. Лимон, готовь малиновую девятку, сейчас выезжаем, блядь. Так, бармейн. Шмот хороший, шмот. Ну, фрост резинс у меня будет. Тебя основного рыб... Жратва есть? Для того, чтобы когда Синдер садится, жрач. Да, сыграл, я тебе... Сова, чушлан, сдашь спокойствие, когда будет садиться. Все, пуляй, Марк. Давай спокойствие сейчас.
Жрите, кто может. Все, давай, спокойствие. Прохилим, все нормально. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордстола унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. На кого мы освобожден? На холике. Что-то скажу. Да я потихоньку. Ты лагаешь, призрак. Побежали быстро. Мага прохил. Дай блинк, блядь. Так, минус холи пол. Ну, правильно. Ложимся, нахуй. Ложимся, блядь. Заморозились. А, никуда ты нахуй не убежал, блядь. Надо стоять поближе к Синдре, чтоб когда ты отбегал, было времени больше. Все правильно. И весь бурс всрал, блядь, и все всрал, что можно, блядь. Давай, Лимон, умирай быстрее, блядь, чтобы не умерли от души, блядь. Лимон, кинь на кого-то диван, кто там живого. Не могу кидать в глыбу. Умри быстрее, блядь. Сука. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь без... Ты мог все бомбы половить. Стали зашли, блядь, я не могу. Полипал, ты что, не успеваешь развернуться, что ли? Стой поближе тогда. Чем дальше стоишь, тем дольше летишь. Соответственно, чем дальше стоишь, тем меньше времени отбежать от тебя. Если видишь, что не успеваешь убежать, просто поджимай БЗ, и все, блин, не писай мозги. Тебе. Береги себя. Не тащит этот хулипал, короче, за лупа будет. Пускай танчит остальных, ой, пускай тащит, блядь, остальных боссов тащил, мне не ебет, как должен тут затащить. Если нет, поменяем потом, блядь, после пару травм. Все, фулл ребафы раздали. Бам-бам-бам, рыбу жрём. Чувак, блядь. Да хуйня твой сериал миллиарда, я досмотрел. Давайте я заспойлерю. Все, пошли на. Чувак, спокойствие откатилось. Жрём рыбу, все, жрём, что можем. Блядь, быстрее прохиливаем нахуй, рейд. Поднимаем рейд. Почему нахуй вар, блядь, он идет в рейд, блядь? Унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Жаль, все быстрее. Шейп. Прохил вара, блядь. Я даже бурсты не прожимал, заебись, блядь. Разбежали с метки, ну.
Шейпер. Танк тоже такой себе, блядь. Так, справа падает. Справа близко, стоп по глыбам, блядь, стоп по глыбам. Да, смотри, лови ее так, лови ее так, чтобы она оставалась в центральном кругу. Шоу ловить ее, встал на место. Танк. Смотри, блядь, за паладином как делает. Разбили меня. Угу. Желтая метка стоит, это мы сюда глыбу будем выносить. У нее же фрейм увеличен, правильно? Стаки. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение и окончится. Пошли наверх. Чулан, что так далеко убегаешь? С левой стороны. На лестнице, забежали на. Блять, алё нахуй. Прохилились, блять. Стоп, по глыбам. Пошёл вору ловить. Глыбу можешь тоже ловить. Разбили. Ой, идеально. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Что это хуёвый трайбл, блядь? Далеко стоит, дальше всех бежит. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Взлетка будет. Развешали дотну. ДПСа хватает, главное на второй фазе не обосраться. Да хреново, я бурс проебал на первой фазе. Точнее, я вообще его не прижимал. Близко слева. Стоп по глыбам. Лаки лаки. Справа близко. Что два? Лаки лав глыба. Хорошо. Пускай там и сидят. Пошел танк ловить. Раздвели. Герой на третьей фазе мне давать на бурст. Заебали эти стаки нахуй. Вторая фаза, готовимся. Первая глыба налево пойдет. Налево пошел. Шредер, блядь. Шредер. В луну. Поделечу. Прохил рейда. Поднимаем рейд на. Разбили глыбу. Следующий на центр.
Я не хилю, мне 6 так. Мой центр. Вар, уходи, хилю, стак. Вар, уходи, хилю, стак. Притяжка сейчас будет. Стоп, по голове может. Разбили глыбу, да. Влево поставили делюкс. Прожмись. Разбили. Прожались, блядь. Танкой прожались. Забирай, Вар. Шреддер центр. Бэр, дай чулан по Шансунгу. Прохил рейда, поднимаем быстрее рейд. Дива, скидывай, Вар, я забрал. Влево, Вар, скидывай, Вар, я забрал. Через каждый стак будем менять. Разбили. Стал не так, как выбрал, он не тащит. Хильте меня. Заняться как-то. Центра ушли. Шейперных на центр. Быстрее ее разбиваем. Сразу, блядь. 5 секунд, только дайте. Шейпер у меня. Что это нахуй такое? Захиливай. Шансунг. На хп и на ману. Им на хп. Кидай. И потом на ману. Глыба влево. Турбойс. Так. Следующая глыба будет нахуй вынос. А, да вы шутите. Это стаки. Вар, уходи. Прохил танка. Следующая в центр, нахуй. Каплю на глыбу. Шейпер. Каплю дайте. Каплю на протопала, блядь, быстрее. Шреддер. БЗ сам дай. Шреддер, БЗ, спасибо. Разбили склепанно. БЗ 10 секунд. Выбежал налево. Протоп. Налево. Разбили глыбу. 3 секунды. 3 секунды, 15 так. Все хорошо. Геру, центр. Шейпер. Геру, не? Геру давай. Хотя рано, блядь. Отдал БЗ. Перейти еще так. Все, бурстим боссу, нахуй. Разбиваем глыбу, бурстим боссу. Все глыбы налево, следующий. Налево, чувак. Да пойду стаки скину. Бля. Пей цака, отходите. Разбили чулана. Похуй. До берсы далеко еще. Куда? Центр. Жди, Вар. Центра ты... ушли. Угу. У вас стаков. Прокиливаем рейдно. Дай сакру масло. Шреддер ушел, блядь. Шреддер уйди. Так, давай. Бабл есть. Прими бабл. От бабла нет, я забрал. Чулан, добивай нахуй, как хочешь. Хорош. Такой хорош, конечно, я ебал. На нахер, блядь, 64 тысячи стаками. Паладин выжил один, блядь, бедняга, нахуй. Это кидай тела на срез. Протокол из силы, блядь. Не скидывайте ордедашники нахуй стаки за глыбами, блядь. Да потому что, блядь, надо на месте стоять и бить, а, блядь, влево, когда глыбу относят, надо, блядь, ее просто разбить, стоя на месте, получай стаки, блядь. А ты об этом даже ничего не сказал, и еще выебываешь сейчас. Кто нахуй выебывается, блядь? Слышь, ешь нахуй. Вы чё, слышишь? Здорово, блядь. Тихо, завязали. Ладно, Чё, ладно, я тоже словил 30 стаков. Ну, то есть там один, то есть там 1%, я понимал, либо добьем, либо все. Да сел у меня КД 2 секунды. Но норм хилил или не очень? Ушли на лечо.
нормально вар держишь с хорошим. Там-то, короче, заряженный. Про 45 стану видно. Просто сначала пошло так, что он, походу, мясанул, я так понял. Что он пошел на рейд. Что за класс стоит, я не понял. Опа, класс. Ребут же был вроде, не? Или тебя выкинуло? Не, нас просто выкинуло. Вот, ваша ж не выкидывала. Тебя выкинуло, Алло, мастер, ты на варе, блядь, у тебя квест понятно, что дело будет? Вот, я тупо, как, блядь. Я ж, сука, палом был, блядь. Все нормально. Рыв от бога, блядь. Да. Ой, блядь, пошли, сука, столько тактик разных, блядь. Покажи вам тактики, рассказываю. Так, вы не в ту сторону побежали, нахуй. Вам не ту тактику, блядь, нахуй, сейчас показываю. Что там я еще ни разу не бил, блядь. Серьезно? Шо, из какого трая били? С первого. Всех боссов с первого. Правда, с Индра я бы не сказал, что это первый трай, нахуй. Это такой хуёвый трай был, что это... Ну да, трай так себе, блядь. Короче, чему диспелю я, выносите её за спину трэшу моему. Вот, в общем-то, и все. Тут на 6. Осквернение выносите. Да. Шансунг, спекай с ДЦ, или будем без ДЦ пробовать. Три хила хочешь? Ну, у нас, в принципе, ДПС хватает. Я бы не спекал. Не спекай пока, давай. Ты посмотрим. На трэше, Вар. Ты на трэше. Да, первый трэш. Ты не спекай, сколько... посмотрим, что они дают. Вар, сколько мастерства у тебя дают? Да пускай ничего танчит, какой, блядь, трэш ему, ты на трэше стоит. Ты на трэше, блядь. Я Полагин. Тебе говорю, у тебя 36, а у меня 16, потому что если шмотки поменял, у меня парирует босс белой атаки. Поэтому. И мне очень много летит от пари хаст. Поэтому да нет, потом, леча пари хаст, я трэш. Ну не знаю, короче, у меня летят белые парирования. Метки собраны, но летят белые парирования из-за недокапа мастерства. Поэтому давай леча ты потанчи. Короче, там, вы слышали, блядь, потому, да, что я... ты танчишь, блядь, трэш нахуй? Да, я трэш. Ты нахуй ты ему ты это все рассказывал, блядь, съебал. Блядь, ну потому что он хотел на трэш, а я ему Лори объяснил, что... Раздали? Я из-за мастерства не буду танчить леча. Там он соберет трэш, потому что на тебе будет висеть бдилка. Трэш за лупа, кидаешь бдилку свою на турбойса и танчишь леча, вот и все. Леча там нехуй танчить. Хвалипал, тактику знаешь? Рассказывать, окей. Ой, блядь. Хотя, в принципе, что тут рассказывать. Есть тут такая хрень, как чума, блядь. Кидается на первой фазе. Первая фаза до 70%. Каждый чувак, на котором будет мертящая чума, убегает к танку и скидывает ее диспелит возле мелких трэша. Возле мелкого трэша. И возвращается обратно. Потому что чем больше этой чумы, тем больше, блядь, чем больше диспелов этой чумы, тем больше личи тебе, по тебе хуярит, нахуй, по танкам. Дальше. Это основное действие на первой фазе, и после каждого осквернения, которое он будет юзать, не осквернение, а заражение, я не помню точнее, будет заражение, да, вешается дебаф, вы должны прохилить весь рейд на фул. Потому что если вы не прохилите фул рейд на фул, то будет получать дамаг весь рейд долго. Короче, это вся первая фаза. Вторая фаза. Переходка. Вы все уходите на переходку вот сюда, на эти краи, блядь. Тут появляются гневные духи. Перед лицом гневных духов не стоим, их только танчат танки. РДДшники на сферах. Шансунг, посидишь на сферах, короче. Угу. Так, дальше. Потом, когда будет уже взрываться, блядь, лед, нахуй взрываться, все забегаем внутрь. Потому что если вы будете во время переходной фазы стоять нахуй на льде, у вас будет дамажик. Поэтому все должны стоять в самом краю. Дальше, после этого забегаем все в центр, начинается вторая фаза. Вторая фаза, тут есть такая вещь, как осквернение. Когда осквернение, за 5 секунд осквернения вы выбегаете либо к порталу, либо к глыбе. Там будет Тирион стоять в глыбе заморожен. То есть, когда осквернение, я постараюсь вам проанонсить, осквернение ушли. Вальки. Вальки, если у вас хватает вальки, их надо резко разбивать. Тут их можно замедлять, насколько я видел, очень сильно можно замедлять. Плюс они очень медленно летят. Так, кулаки на чулана.
Чё, три паладина, не вижу всех бафов, чё за херня? Так, на замену его поставить, окей. Осквернение. Если стоять в осквернении, осквернение разливается на всю комнату. И может залить весь всю комнату. Так, это вроде все, что есть на второй фазе. На третьей фазе. Перед третьей фазой все то же самое, что и после первой фазы. Переходка. Все бежут на сторону. Вторая фаза начинается на 40%. Третья, точнее. Все так же заливаем гневных духов, т.д. и т.п. Забегаем в центр на третьей фазе. На третьей фазе уже намного легче начинается, потому что осквернения тоже остаются, но пропадают вальки. И появляются духи в небе. Этих духов... кто будет духов срывать? Второй танк, нет? Да. Комната, и комната, да. Комната, откуда? В обычке в комнату кидает только одного. В комнате. Вам надо сбить каст духу. Если вы хилон, то вам надо захилить своего союзного моба. Я не помню, как он уже называется, но уже не был, короче. Тирион там стоит или кто? Ну какой-то там стоит зеленый. Батя Артаса, короче. Да. А, Тирион из Минотил, короче. Минитиль. Так. Его надо захиливать, короче, если вы хилон, и стараться сбить каст мобу, если вы ДДшник, и убить моба чем побыстрее. Так. Тут жнецы, блядь, танкам не надо рассказывать. Думаю, знает про жнецов душ. Ну, в принципе, короче, хилают. Пока что да. Это все рассказывание, теория, короче. Сейчас будем траять, пробовать. Даже так. У кого-то есть хавка на мастерство? Какая-то фласка, либо хавка. Все, запускаем. Донная. Есть. Дай войт, дай на мастерство. Запустил у вас. Если хила в комнату кидает, он только хилит. Только сразу не вырывается, у нас только один БР, блядь. И желательно, чтобы его не начали. Мастерство 40. Ну-ка. 16. И меткость ебани нормально. Меткость 4К. Ну вот, 20 уже получше. Почему нужно это? С мастерством шмотка. Пояс там. Плащ. Сразу не рывайте, зайти, пускай вар поставит. Чумку лучше анонсить, кому вынести влево. Чуму я постараюсь. Я буду диспелить, или диспелить. Танк будет диспелить. Проносишь, да. Лимон. Тебе так не поделаешь. Давай. Улипал, стой к советам. Слышит, куда будет, ну, налево выносить, одеть будет слева совершенно. Плеча поверни, пожалуйста, мордой в красную хуйню, чтобы шарки вылез там, слышишь? Угу, потом вот это нет. Мелких по возможности забирай, но там так себе. Шарка арис. Чума. Да, чума будет. Турбойс. Влево. Спел. Назад на нем. Это чума нормально все. На трэше на шаркаче. Готовимся с чума через 5 секунд. Чума на мастерол. Поверни ко мне чуть-чуть, плеча, морды, чтоб шаркач вылез. Забери шаркач. Угу. Сейчас чума будет. Все, можешь отворачивать, чуть-чуть не будет шаркач. Чума на верхе. Диспель сразу. Переводить плеча, сколько, блин, длина еще. Невер, зайди ближе. Что ты шреддер бегал туда, на тебе чумы не было, блядь. Или была она? Чума вся у меня пока. Пишу. Готовьтесь, чума сейчас будет, 5 секунд.
Давайте быстрее, до шатка еще 15 секунд у вас. Турбой. Ревностный хилл. Диспел, блядь. Диспелили. О, скинул что ли? Переходка, зашли на этот. Ты чему вылез скинул? Сюда. Да, он глубоко. Холипал назад. Холипал назад, блядь, отбежал. Холипал, это где? Видите, гневно, вон он в центре. Не, ну развернись это. Перед лицом не спасаем. Сферы шутим. Белки, я забираю себя, хорошо. Чумы нету уже, да? Есть чума, все хорошо. Ну, два следующий дня на объем. Меня дисканул или нет, не могу понять. Все нормально. Ну я просто того завис. Это кто? Пал, блядь. Бьем второго гневного. Переход. Эй, сверху еще надо. Перешли все. Бежали. Холи упал. Офнулся Холи, блин. Все, под плащ. Лечу, как я понимаю, под жопу. Гневно надо добиваться быстрее. Одного сейчас твари, Валька, да? Будет 5 секунд. Вальке дам стан, я опять. Дал стан. Бываем духом, Валю бьем. Ты стан не дал. Как не дал? Чё ты врёшь? Нет, не дал. Вот еще один. Подойдите, вот теперь хули вы делаете. А хули не дал? Так, хули продать. Короче, даю диван шамана. Вот вернение он идёт. Да это борода в одного шамана не захитится. Припал, вылетел, это несерьезно. Тут один должен танка хилить, а другой рей или лов танка. В одного танка не захилится. В одного хила. Так, депаса нам хватает, конечно. Че, может Твинси где она там? Есть она где-нибудь? Нет? Твинси с нами не ходит, чтоб ты шла. Ватчдан есть, это два шама. Я понял, что он. Че, хил нужен? Где Боб, сними, пожалуйста. Я захожу, Холи за Пал тут. Холи Пал говорит, что его не слышишь, что ли? Заходи, Винсентон. Че у тебя с интернетом, Холи? Да уже все нормально, я не знал, у меня тупо Вовка залагала, типа, знаешь, я думал, типа, у всех лагает, но... Ну ты понял теперь систему, на переходке не надо, блядь, стоять на этом, на льде тебе за... Да, стоял, я вышел на пол. Он, походу, в тот момент и залагал. Охренеть, чему можно скидывать с этой глыбы, я в шоке. Ну, если можно, б я глыбу не нажал, я бы сдох. Я же говорил вам, блядь. А я в ГКД не успел подисталить. Может, там Ширкача еще забрал, и вижу, Мах убежал, думаю, какая-то хрень происходит. Молодец. Она, походу, вообще пропадает, нахуй, когда это, блядь, или на мобов переходит, я не знаю. Глыбы можно, баблом скинуть можно, чему. Ты его никогда по этой тактике не бил, что ли? Какой тактик? Так какая тактика, блядь, просто с этой стороны еще. Знаешь, как это, в альянсе РД одни слева, другие справа видят. Мне вообще похуй видит. Рыба жим. Может, Геру стулу дадим, быстрее переведем. Да, завтра фаза нужно откатиться. Ой, это твинь. Да, она откатится. Добро, Геру. Тогда давайте с полу. Будет 13-14 минут примерно. Я вот так смотрел по раскладу. Поэтому Гера по-любому откатится. Мы на быстрее переходке переведем. Гимн ману пустой. Ты. Так и скажешь, чтобы я тогда ему поставил. Каску под друидом. Инту баф. Блять, вообще бафов теперь нет. Так, запускать.
Сам запускать. Я не могу запустить. Шреддер, лапа есть. Мастер, запусти, я не могу запустить. Я просто поверил, не могу, что у нас трубой смаг 277, блядь. Просто не верится. 74, ты что ты, блядь? Ну, блядь, он 25 в маге показывает, ну, блядь. Что-то не веришь, что так мало вот можно давать. У него что, капов нету, что ли, блядь? У меня категории нету. У меня 110 очков. Плюсиков этих. Так при чем тут? У меня 120. Ты шмот свой видел? Видел, видел. Ну, ты... Я говорю, не... Тут плюсы решают, не бьет тут так маг, как на циркле. Ну ладно, качнусь, посмотрю. Да-да, ты так говорил уже. Может и правда, если луки решают. Ну, определенную карту нужно достичь, чтобы определенного порога ДПС добиться. Просто все. Посмотрим, как она будет. Че, вирус позже? Угу. Секунд через пять. Дай ему время поставить. Я скажу, когда Геру. Геру. Убили трубой сейчас. Салан дай барами. Чулан дай бар. Он текстура. Дай бись, блядь. Ложимся на. Не, дайте кто-то диван. Чтобы ничего нет. Сейчас бах будет рейд, смотри как. Куда вы убегаете? Боитесь что ли? Пошлимся. А, нахуй. Трубой, сколько раз говорить, блядь? Близко стоял, да? На все. А как он в текстах вообще оказался, блядь? Не в текстурах я посередине вот этого ледяного трона лежу. Тут все трупы, короче, на Сергея выкидывают, у кого-то хера, я смотрю, блядь. Ты агроб сорвал, да? Да, я попробовал с Ларом договориться, но, блин, там мало расстояния слишком было. На 37 секунде как раз кончается у меня иллюзия. И, ну, короче, не получилось. Я больше так не буду пробовать. Просто дальше ты смотри. Чтобы было время на таунт с реакцией. У него времени не было. Или реакции. Кстати, когда осквернение кидается, блядь, лича держит лицом в осквернении или спиной к осквернению? Пизды, блядь, лицом. Ну там просто вальки могут по осквернению полететь, если так было не держать. Просто вальки, люди должны стоять не в том месте, где осквернение лежит. Не там сбоку, сзади уже пофиг, по ситуации надо смотреть. Там вар спамит, что лицо. Да пизды вообще, как лично нахуй стоит в отношении к осквернению. Главное, как рейд стоит. Залупа это все, лицо, жопа, блять, бок нахуй, полубок, блять. Это все для даунов. Ну вот, просто ну как бойс, как ты хотел. И умер нахуй. Да мы хотя, да мы, ну, были в Гере, точнее не здесь, но. Так, чё, все здесь, кто там еще? Турбой, давай. А, хотел спросить, Турбой, ты когда копии жмешь? Прям вот пульнули, и ты жмешь, да? На по полторы секунды проходит, получается, полторы-две секунды боя у меня включается шея, и, короче, как она включается, я иллюзию прожимаю с пепеления, с возгорания. Смотри, смотри, давай как сделаем. Сейчас ты начнешь пулять, ну там возгорание, бомба, ожог, взрыв, все это понятно. А с пула, как только,
бомбу повесишь, я тебе дам сальву. Подождешь, пока она пройдет, и прожмешь копию. Ага. Нет, спасибо. Так не пойдет, потому что у меня на пятый удар прокает Трини, которая действует всего 10 секунд, и я не успею кастануть 4 раза, только 2. Потому что у меня не будет ускорения хосты. Ну, короче, забей. Дружище, я убивал Джайну в эпохе, блять, в ебаном БФА. Гуна, блять, убивал в эпохе. Первый на сервере, блять, на Гордуне. Че ты, блять, мне рассказываешь, а? Я тебе ничего. Хочешь, я тебе покажу? Армори, нахуй. Турбойс отвар.